цукаты – это один из способов сохранения фруктов и ягод на зиму, к тому же это натуральный и вкусный десерт, приготовить его просто, правда, необходимо время, мой рецепт цукатов из сливы в духовке. Приготовить цукаты из слив очень просто, как это сделать, помогут пошаговые рекомендации к рецепту. Таким способом можно приготовить цукаты и их других фруктов и ягод, обязательно возьмите рецепт на заметку. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте ингредиенты. В сотейник влейте воду, положите сахар, сварите сироп. Сливы помойте, разрежьте на половинки, удалите косточки. Положите сливы в сироп, доведите до кипения. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Мешать сливы не следует, чтобы сохранить форму, только встряхивайте сотейник. Как только сливы закипят, снимите с огня, оставьте в таком виде примерно на 6 часов, можно и больше. За прошедшее время слива хорошо напиталась сиропом, снова поставьте на огонь и доведите до кипения, после чего полностью охладите до комнатной температуры. Слейте сироп через сито. Бонусом к цукатам получается около 1 литра ароматного и вкусного сливового сиропа, который можно разлить в баночки или бутылочки и использовать для морсов, блинчиков. Застелите противень пергаментом и выложите сливы, укладывая на шкурки, мякотью вверх, поставьте в духовку при минимальном горении с приоткрытой дверцей на 3 часа, каждый час проверяйте состояние цукатов. Сразу не торопитесь снимать цукаты с листа, потому что в горячем виде это сделать сложнее, так как им необходимо охлаждение. Остывшие цукаты легко снимаются с листа. По желанию цукаты можно обвалять в сахарной пудре, если цукаты получились крупные, их можно порезать пополам. Если имеется рисовая бумага, то цукаты можно завернуть в нее, как конфеты или пастилки, в таком виде их удобно есть. Хранить цукаты можно в жестяной или стеклянной банке, в итоге из этого количества ингредиентов получилось примерно 400 грамм цукатов и около 1 литра сиропа. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Обещанный список ингредиентов. Слива – 1 кг, сахар – 1 кг, вода – 200 мл, количество порций – 2. Ставим лайк и подписываемся, ваши отзывы очень важны. Всем Марии удачи, и дачи у Марии, увидимся.